Сына и Святого Духа. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Я постараюсь не слишком долго говорить, потому что знаю, что многим надо на работу. Но было бы жалко не почтить добрым словом великого угодника Божия конца 19-го, начала 20 века святого праведного Иоанна Кронштадтского, чудотворца, всероссийского батюшки. I know that many of you are hoping to get some work on time, and I'll try not to keep you too long, but it would be a shame not to say a few good words about one of the greatest saints of the end of the 19th century, beginning of the 20th century, Saint John of Kronstadt, of all Russia. He was known as the Batyushka, or the priest of all Russia, or the pastor of all Russia. Отец Иоанн Кронштадтский, как многие другие священники, родился в очень скромных условиях на севере России, в Архангельской области. Он был сыном псаломщика, это низший чин в приходской иерархии. Father John was born into a poor family, into the family of a chanter who was the lower level of the clergy in the northern region, in the Архангельск губерния. Но, в отличие от многих и многих священников, у него был особый дар, особое избранничество. But he had a special calling. He was chosen by God. He overcame so many obstacles in his youth. One of them was he was a slow learner at first. But through prayer and hard work, he was able to overcome this difficulty, and he became a excellent student who graduated from the St. Petersburg Theological Academy. Святой Иоанн Кронштадтский должен был преодолеть многое в своей юности. В частности, он был слабо учился и должен был преодолеть этот недостаток, и преодолел он его благодаря молитве и труду над собой. И он не только окончил начальную школу приходскую, но также поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, которую блестяще окончил. Святой Иоанн стал чудотворцем. Он стал духовником почти целой страны. Saint John became a wonder worker. He became the spiritual leader of an entire country. В чем тайна его пасторского успеха? What is the so-called secret of his pastoral pastoral way? Ну, наверное, самое главное было то, что он почти каждый день или служил литургию сам, или, по крайней мере, причащался за литургией. Он находил в Евхаристиях Церкви те живительные силы, которые были необходимы, чтобы вырасти духовно и стать, каким он стал. The secret of his success, his spiritual success, was most likely in the fact that he served the Divine Liturgy on a daily basis, or at least received Holy Communion. He found in the Eucharist
the source of life, the source of his energy, the source of his inspiration. Святой праведный Иоанн Кронштадтский был не только священнослужителем в узком смысле этого слова. Father John of Kronstadt was not just a clergyman in the usual sense of the word, in the narrowest meaning of the word. Он также был социальным деятелем. He was also a social worker, if you will, a community organizer. Он не довольствовался только молитвой и церковью. Он выходил в мир и старался помочь людям не только своими молитвами, но старался их наставить конкретно, наставить на путь истины, на путь труда, чтобы эти люди стали полезными для общества. Father John was not someone who just satisfied himself with prayer and church activities. He went out into the world. And he taught people to work, to make money for their families, to put bread on the tables, to become profitable citizens of a country. Через неделю мы будем отмечать скорбную дату – столетие большевистского переворота, крушение некогда великой Российской империи. In 1 week we will be marking a most sad anniversary, the 100th anniversary of the forcible taking of power by the Bolsheviks and the fall of the Russian Empire. И вот в этом смысле, святой Иоанн Кронштадтский пытался и в этой области, в области политики, что-то сделать, чтобы остановить разрушение страны. And Saint John of Kronstadt did everything in his power to try to stop this from Russia from falling over the precipice. Сколько раз он предупреждал общество вернуться к Богу, вернуться к церкви, чтить порядок в стране, стараться сделать страну лучше. Иначе произойдет то, что произошло. К сожалению, хотя многие слушали его слова, но, к сожалению, не те, от кого этого зависело, правящая элита, которые уже забыли Бога. Father John did everything in his power to warn the people, to stop what they were doing, to try to stop the revolutionary activity. Otherwise the country would fall apart. Many people heard his word, but unfortunately those in whose hands was power, the political elite, didn't hear his words, or ignored them, or made fun of them, because they had forgotten God. И, как правильно отметил Александр Исаевич Солженицын, который сказал, что он изучил все о русской революции и нашел только единственный правильный ответ на то, почему это произошло, этот ответ ему подсказал его дед. Люди забыли Бога, от того и все. And Alexander Solzhenitsyn was right when he said that the reason for what happened in Russia 100 years ago was people forgot God. And that was the reason for the elite that had abandoned the church and brought the country to ruin. Sold the country off to the Bolsheviks. Так что Господь послал Иоанна Кронштадтского нам, нашей исторической родине, чтобы
ее предупредить, но, увы, люди его не услышали. So God sent St. John to the historical homeland of many of us Russians, but the people didn't listen. И надо молиться, дорогие братья и сестры, чтобы и эта страна, в которой мы живем с вами, которая сейчас политически и духовно разделена, чтобы Господь сберег ее, чтобы наши лидеры понимали, какое драгоценное сокровище они владеют. И чтобы Господь сохранил, чтобы внушил им правильные решения, чтобы не случилось с этой страной то, что случилось в России 100 лет назад. And may God help this country not to follow in the path that befell Russia 100 years ago. That the Lord inspire our leaders to overcome the terrible divisions, political and spiritual, that we all witness in this country, and that they recognize that what they have is a precious experiment that has been working so far for over 250 years, and that one day the two countries, Russia and the United States, will recognize that they are natural allies in the struggle to save this world from oblivion. И дай Бог, чтобы Господь помог и России, и Соединенным Штатам осознать, что они должны быть естественными союзниками и спасти наш мир от полного уничтожения. По молитвам святого Иоанна Кронштадтского, Господи, спаси нас и мир Твой. Amen. Through the prayers of St. John of Kronstadt, Lord God, save us and our world. Amen. Благословение Господне на вас, того благодатью человеколюбием всегда, ныне и присно, и во веки веков. Истинный Бог наш, молитвы пречистой своей Матери, святого славного пророка, претечи и крестителя Господа.